Всем привет, это Геннадий Ковтачук из Лос-Анджелеса и специально для Mamba Barbecue TV я сегодня хочу рассказать о мероприятии, которое мы будем освещать. Это мероприятие посвящено вечеринке Золотого Глобуса, на котором встретятся олимпийские чемпионы и обладатели золотых медалей, и встретятся также претенденты на Золотой Глобус и обладатели Золотого Глобуса. И в одном месте вы сможете увидеть как обладателей золотых медалей и олимпийских чемпионов, так и обладателей Золотого Глобуса или претендентов, кто, возможно, получит завтра Золотой Глобус. Вы сможете увидеть и тех, и других на красной дорожке. Ну, сегодня этот репортаж посвящен этому событию. Привет! Суббота утро, что мы здесь делаем вообще? Зачем это? Вместо того, чтобы поспать, выпить чашечку кофе и просто провести отличные выходные, мы сюда взяли куда-то и вот с этим вот потрясающим молодым человеком пришли. Я тоже хотел очень спать, но все-таки тоже пришлось прийти. Ну что сегодня? Сегодня обещали небольшой редкарпинг красивый. Сегодня будет Золотой Глобус, будет через два дня, и поэтому сегодня будут показывать очень интересных людей. То есть самые такие интересные люди, как Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, они, соответственно, сегодня... Нет, к сожалению, их сегодня не будет. Но зато придет Николь Кидман, Хью Джекман и еще много-много других. Мечта жизни сбылась, увидел Хью Джекмана, сфотографировался, теперь с чеками X2X, так что жизнь удалась. Удалась, еще как Гена. Красавчик. Идем дальше, снимаем видео. Вечеринка меня приятно порадовала, хотя у меня есть большой опыт в участии в церемонии вечеринок, начиная от Оскар вечеринок вместе с звездами Голливуда в Голливуде и заканчивая порно Оскар церемонии вечеринок после автопари вместе с звездами уже другого немножко стиля кино. А эта вечеринка, она заключалась в том, что на одной краснодорожке собрались как обладатели Золотого Глобуса и номинации Золотого Глобуса, актеры, певцы, так и обладатели золотых медалей в олимпийском
на Олимпийских, на Олимпиадах и обладатели за олимпийских медалей на Паралимпиадах. И поэтому на одной дорожке можно было увидеть и Хью Джекмана, и Николь Кидман, можно было увидеть певца Рики Мартина, а также обладателей золотых медалей из с Олимпиад и Паралимпийских игр. И меня поразило, что вместе с Хью Джекманом рядышком стояла, сидела женщина в инвалидной коляске, у которой не было ног, но она объявлялась обладателем золотой медали в Паралимпийских играх. И я еще раз увидел, как человек, чего может достигнуть человек при его желании, личном мужестве, упорстве и трудолюбии. И побольше бы таких было интересных мероприятий, мне это очень понравилось. Это удивительное ощущение, когда ты находишься рядом с коллекцией олимпийских факелов, коллекция, которая начинается с 1936 года и по сей день, это абсолютно невероятно. Это трудно передать словами, особенно когда вот я стоял рядом с факелом Олимпиады в Москве 1980 года, когда мои родители меня даже не планировали, потому что я родился в 89 году. Это мурашки по коже бегут, и ты вот понимаешь, что ты очень рядом с историей находишься. Это очень круто. Чем мне еще нравится подобные мероприятия, это когда ты встречаешь неординарных личностей, просто таких вот особенных, так сказать, людей, которых ты не встретишь в обычной жизни. А в этом случае встретилась потрясающая женщина, которая приехала на Ламборджини за 350 тысяч долларов. Но это был не просто Ламборджини, это переделанный в такой Бэтмен-мобиль, потому что везде была эмблема Бэтмена, была даже эмблема на ее туфлях. И те бонусы, которые она выставила рядом с автомобилем, они тоже были с эмблемой Бэтмена. Это просто, я не знаю, это ты вот встретил Бэтмена воочию, в реальной жизни. Вот. Ну, естественно, я не удержался и сделал с ней селфи, как, собственно, без этого. Очень круто, очень интересно. Для того, чтобы попасть на такого уровня вечеринку, на которой присутствует большое количество голливудских звезд, звезд эстрады, из олимпийских звезд, нужно, конечно, есть два варианта. Вариант первый – это иметь в друзьях, в очень близких друзьях, одну из таких звезд, которую возьмет просто с собой в гости. И второй вариант – это быть представителем прессы, причем прессы серьезного уровня. В этот раз я воспользовался московским журналом LF City, которым я представляю в Лос-Анджелесе. И это очень серьезный, интересный журнал, который находится на топе в Москве. И нам повезло. То есть я получил вот такое письмо, где написано, что media confirmation на вечеринку Gold Means Golden, и где говорится, что все хорошо, и я могу приходить. И указано также перечень звезд, которые будут, это и Николь Кидман, и Хью Джекман, и многие-многие другие. И так мы и попали на эту вечеринку. Одним из итогов мероприятия, которое мы посетили, было то, что мои фотографии были напечатаны в нескольких изданиях в Америке и в России. Один из журналов «Авангарде» сделал мне приятный подарок, и он прислал мне журнал, в котором он поставил фотографии, которые мы сделали на этом мероприятии. Поэтому я с удовольствием поделюсь этими фотографиями с Николь Кидман, с олимпийскими чемпионами мира.
и много с певцами, и много-много другое. Так что продолжаем идти дальше.